Всем привет, ребята! В этом видео я покажу, что будет, если бросить жука-оленя в муравейник. Вот я его нашла. Кстати, это редкое животное, и он занесен в Красную книгу, так что советую этот эксперимент не повторять. Вот такой вот жук у меня. Я его поймала сегодня. Он такой очень большой, размером где-то с мой большой палец или даже больше. Приступим к эксперименту. Я сейчас несу жука-оленя. Кстати, вот мой дом. Вот видите, я вот несу еще жука-оленя. Вот такой он большой. Сейчас я буду разыскивать вот в этой местности муравейник. Вижу повсюду, но не могу, к сожалению, нигде найти. Наш жучок еще с нами идет. Спустя 5 минут поисков я наконец-то нашла муравейник. Я хотя не очень уверен, что это муравейник. А как вы видите, здесь ползут муравьи. Где он, кстати? А гость — это улитка. Я раскопала муравейник, конечно, на видео не очень хорошо видно. Здесь просто миллион муравьев. Сейчас я попробую их засунуть нашего жучка. Эх, жучок, мы были хорошими друзьями. Блин, я боюсь, конечно, но давайте попробуем. Сейчас посмотрим, как... О, блин, извините за качество. Бррр, мне так... Ой, смотрите, они... Они начинают пытаться нападать на жука, нашего жучка. Так, сейчас мы немножечко его подправим такой вот палочкой. Потому что другое я больше нигде тут не нашла, конечно. Если честно, мне его жалко очень. Так, посмотрим. Они нападают на него. Вот, они не могут его прокусить. Заканчивает. Если понравилось видео, то ставьте лайк. Если под этим видео наберется 5 лайков, то я выпущу другой эксперимент. А вот какой, напишите в комментариях.